10 лет фестиваль «Тюменская пресса» проходил в Тюмени. И вот теперь свершилось. На 11-й год он выехал в нашу духовную столицу, в Тобольск. Сегодня событие и для тобольских журналистов. Открывается дом прессы. По поручению губернатора это здание было реставрировано, реконструировано. И здесь размещается и телевидение, и газеты, и информационные агентства. Я не сомневаюсь, что наши журналисты, они знают все проблемы, они об этом говорят профессионально. Спасибо вам за это. Удачи, успехов, новых идей, новых проектов и хороших спонсоров. С праздником! Идея объединить всех журналистов разной направленности витала у нас давно. Вот. И сегодня она нашла свое воплощение при поддержке губернатора. Я бы хотел пожелать всем тем, кто будет трудиться в этом здании, быть всегда на острие событий, объективно и правильно рассказывать своим читателям, слушателям и зрителям все, что происходит в нашем городе. Ну и вам успехов и всего самого хорошего. Это место будет, наверное, каким-то очень особым. Я надеюсь, что это так будет, потому что таких мероприятий за последние, я думаю, лет 35 не случалось. И вот, наконец-то, в городе Тобольске осуществилась мечта местных журналистов, и у них появился свой дом. Журналистам грядущих поколений, дорогие коллеги, друзья, наследники, потомки, в дни, когда пишутся эти строки, историческая столица Сибири принимает областной фестиваль работников средств массовой информации. В торжественной обстановке мы открываем Тобольский дом прессы и закладываем на месте памятного знака, посвященного тюменским журналистам, капсулу с нашим обращением к вам. Было это в году 2011, месяца мая, дня 20-го. Возможно, так о нынешнем событии написал бы наш небесный покровитель, святой Нестор Летописец. Право заложить капсулу с посланием будущим журналистам предоставляется Николаю Борисовичу Морозову, профессиональному журналисту, Анастасии Рудаковой, корреспонденту телерадиокомпании «Тобольское время», члену Союза журналистов России. Thank you.